Так, всем доброго времени суток, и я как-то в прошлый раз делал, значит, обзор на новую MIUI Global 9.2.1, и как-то забыл упомянуть в одном моменте о том, что там у нас, оказывается, еще сделали такую полезную приблуду, как на iOS, вот, а именно свайпом вправо с главной страницы у нас мы переходим вот в такое вот удобное меню. Здесь мы можем выставлять нужные нам приложения, которыми мы очень часто пользуемся. Его можно настраивать. Вот у нас выскакивает здесь ярлычок «Изменить». Заходим, и мы удаляем или добавляем сюда любые нужные нам иконки. Если нам здесь, значит, нет наших основных каких-то вещей, да, мы заходим вот сюда, другие приложения. И тут у нас уже здесь все наши приложения имеются, которые мы можем сюда вывести. Это очень удобно. И самая удобная штука, это просто капец как удобно, сделали вот эту штуку «Быстрые заметки». Очень круто сделали. Вот, еще у нас здесь есть мероприятия, там дни рождения, напоминалки всякие, которые мы можем сюда заносить. Это тоже очень удобно. И для тех, кто прошлое видео не смотрел, я напомню, какие нововведения были сделаны в этой версии MIUI. Вот, а нововведения такие, что очень даже удобные. Вот одно из них — это вынести вот здесь вот постоянную строку мобильного трафика. То есть она постоянно работает, что очень хорошо. Мы можем отсюда сразу же зайти и посмотреть наши данные. Вот, передача данных у нас здесь чистая. Статистика трафика имеется. Можем посмотреть, что у нас, сколько чего используют, какие приложения. Передача данных — это у нас тут. Что у нас здесь такое? Тоже различные приложения. Мы можем включать, выключать их, чтобы они кушали или не кушали трафик наш. Собственно, что еще здесь добавили? И здесь добавили еще информацию о телефоне, вернее, не добавили, а перенесли. Раньше вот эта вот графа, она была в самом низу. Вот. И здесь делали несколько удобнее, они переместили вверх, потому что люди очень часто заходят, видимо, проверяют обновления, собственно, информацию какую-то, и для того, чтобы быстро попадать в это меню, сделали вот так вот. Мы нажимаем и заходим, видим, что здесь у нас версия стоит 9.2, а если точнее быть 9.2.1.0, стабильная версия. В принципе, я изменений по работе как бы особых таких и не заметил, потому что MIUI как бы не глючила. То есть не было никогда с ней никаких проблем. Вот. Но там было написано в обновлениях, что пофиксили различные баги. Сейчас мы можем даже зайти и посмотреть. Так, где у нас тут альбом недавний. Вот. Мы видим. File Explorer у нас пофиксили. Mi аккаунт у нас оптимизацию провели. Mi Drop тоже оптимизацию, и фикс багов был. Что еще здесь у нас пофиксили? Галерею пофиксили они. Бэкап они тоже пофиксили. Так, что еще? Локскрин оптимизировали. Хоумскрин тоже оптимизацию провели определенную. Так, тему у нас также оптимизировали и пофиксили. Вникать в то, что они там фиксили, мы не будем, потому что нас это, в принципе, особо не интересует. Главное, чтобы оболочка работала нормально. Так, аплок нам тоже пофиксили. Так, вибрация. Здесь у нас связанные, значит, фишки с телефоном нам тоже тут оптимизировали. Контакты пофиксили. Так. Нюф. Это что-то новое добавили. Simply Field the UA. Message у нас здесь пофиксили. Здесь что-то message for closed in some case. Так. Ну, как видите, фиксов сделали они довольно много. Ну и тоже подбавляли некоторые вещи. Оптимизацию провели. Систему они тоже немножко обновили и пофиксили ее. В общем, заботятся.
о нас. И это замечательно, что нам приходит обновление. Мы можем даже еще проверить, вдруг чего там, какое-то обновление нам пришло. Обновление системы. Мало ли. Может, еще что новенького? Обновлений нет. Так что будем ждать. В скором будущем, напоминаю для тех, кто не знает, выйдет MIUI 10. Ну, с названием там еще не определились, поэтому она будет называться либо 10, либо MIUI X. Вот такие вот пирожки у нас. Так что спасибо, ребятки, за просмотр. Спасибо, что вы с нами. Ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем видео. Обязательно. Всем спасибо. До скорых встреч.